Джейшри Маташ. Делаем подъем кундалини и бандан. Благодарим Шри Матаджи. Шри Матаджи, спасибо вам большое за все благословения, которые вы даете нам, за то, что вы дали нам реализацию, привели нас в сахаджи-йогу и помогаете нам расти. Даете нам осознание нашего духа. Джей Шри Матаджи. Сейчас начнем наше обсуждение. И все, кто хочет выступить, пожалуйста, пишите. Скажите еще, пожалуйста, хорошо ли вам меня слышно? Плохо, да? Я сейчас попробую сделать микрофон погромче, а вы, пожалуйста, пишите в чат, кто хочет начать. А сейчас слышно лучше? Сейчас Александру мы подключаем. А сейчас как слышно? Также? Хорошо, я попробую тогда говорить громче. А, Александровна, я вам послала приглашение выйти в эфир. Вы должны его принять. Сначала у вас слева внизу экрана появится приглашение, вы должны его принять. А потом у вас появится настройка камеры и микрофона. Вы просто должны нажать ОК или что-то в этом роде.
Давайте пока Алла Александровна пробует выйти в эфир, мы начнем. Я хотела сказать, что в этой лекции я отметила очень много моментов, то есть практически можно было все отмечать как важное, потому что вся лекция, она о том, как любить, как это для себя реализовать, вот эту любовь. И ну, для меня больше всего казалось важным, что человек, который любит, является сильной личностью. И что каждый раз, когда у нас возникает выбор, как поступить, то есть проявить любовь или, ну, просто остаться в стороне, или наоборот отреагировать, или, ну, все что угодно. Вот, то мы можем просто выбрать любовь, просто открыть сердце и выбрать любовь, и, как Шимадзи говорит, стать титаном любви. То есть это очень, ну, актуально для меня вот в данный момент времени. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с какой-то проблемой, как мне кажется, ну, в отношении в основном с другими людьми, то у меня возникает вопрос всегда, как же с этим быть, как выступить. И вот Шриматаджи всегда, ну, как бы отвечает на этот вопрос, что можно просто выбрать любовь и быть как тот петух, который смотрит на тех, кто рядом его клюет, петушится, других петухов, и он просто спокоен, просто наблюдает и не клюет их в ответ. В этом сила любви. Вот. Еще очень важный момент мне показался про внимание. Шримати уже говорит о том, что Шри Кришна во многих жизнях пытался, пробовал сахаджа-йогу, но ничего не работало. А теперь это будет вспышка, как искра, начнется цепная реакция. Но мы должны обладать сильными машинами, чтобы осуществить это. Только сила, которая внутри вас, должна быть установлена вниманием. Это единственное, что вам необходимо сделать. То есть, если Шриматри говорит, что это единственное, что нам необходимо сделать, наверное, ну, мне показалось, что на это нужно прям очень сильное внимание обратить, чувствовать свое внимание и отказаться от всего ложного. Просто отбросить и принимать только истину. Истина даст вам эту силу быть настоящими инструментами, чтобы нести это сияние, эту силу любви. Вот. И мне кажется, что как раз когда есть какой-то у меня спорный вопрос, или у меня, например, есть проблема, какое-то внутреннее переживание, то вот Шримати же дает ответ. Значит, я должна просто увидеть свое внимание, что, на что оно идет. Например, оно идет на эту проблему. Ну, на как бы мой поиск решения ее. Нужно мне просто чувствовать внимание и отказаться от всего ложного. А ложное это и есть вот этот вот сомнение, поиск решения, что же мне делать, как поступить. То есть это все ложное, и нужно просто понять истину, что я есть дух, и обо мне заботится Бог, и все, что происходит, оно нужно мне для духовного роста. И я просто сразу отбрасываю из внимания все это ложное, все эти наслоения ума, отождествление, переживания, ну, сомнения, и остаюсь только с истиной, что я, кто я. Я — это дух. И тогда вот из-за того, что все ложное отброшено, то ты начинаешь как бы чувствовать, что действительно нужно делать. То есть становишься инструментом, полным инструментом для того, чтобы через тебя
решилась какая-то проблема и в твоей жизни, и вообще, ну, каждое событие, которое у нас происходит, оно важно. Вот. Важно в нашем становлении, наверное, становлении других людей, так как все это влияет, все, что происходит в нашей жизни, на весь окружающий мир. Вот. Ну, немножко сложно объяснить это, но, может быть, мы сейчас в ходе разговора еще об этом поговорим. Спасибо. И сейчас, может, у Александра, если получается, будет эфир. Напишите, если у вас не получается выйти в эфир, напишите, на каком вы этапе. Вы приняли приглашение? Может быть, сейчас еще кто-то, когда выйдет в эфир, чтобы мы не ждали, а постепенно общались, и Алла Александровна подключится. Не получается. Ну, вы еще попробуйте потом заново это сделать. Может быть, еще получится. Давайте кто-нибудь, кто смелый, кто готов выйти в эфир, выходите, просто, ну, мы в ходе общения будем делиться тем, что мы чувствуем, не обязательно, ну, зачитывать цитаты или какие-то свои осознания рассказывать, просто будем общаться. И в ходе этого будет рождаться истина. Подключаю Ольгу. У вас приглашение на выход в эфир должно появиться слева внизу экрана. Вы должны принять, нажать принять. И у вас, я точно сейчас не знаю, но должно... Всем намасте. Я хотела сказать несколько слов о том, как мать говорит о любви, что это такое и как бы ее значение. Несколько таких коротких выдержек, которые как бы остались у меня в таком во внимании, как бы они, конечно, имеют очень широкий смысл. Любовь, о которой я говорю, божественная любовь, делает вас не только сильными и динамичными. Это самая светлая сила, о которой мы могли бы подумать. Любовь – это активная сила. И еще одна такая выдержка про любовь, где мать говорит о том, что я знаю, что я есть не что иное, как воплощение той любви, которая является божественной. И я не могу существовать без нее. Каждое мгновение моей жизни позволяет этой любви литься, позволяет ей течь. Вот эти вот слова как-то, они такие очень глубокие. И определение любви матери тоже очень емко, объемно. Вот я хотела остановиться вот на этих вот цитатах и на этом смысле любви и как бы донести это для нашей аудитории. Вот такие небольшие выдержки, что я хотела бы сказать, прочитать, как-то выразить. То есть эти слова, они не вот
как-то как слова, но смысл и глубина их только тогда, понимаешь, когда вот внимание уже уходит более близко к духу, соединяется там еще как бы на подступах к соединению с духом, но еще не в духе, но уже вы понимаете больше вот в лекциях матери, в ее словах, что она хочет сказать, насколько это глубоко, насколько это сильно, и насколько это божественные мантры, все ее слова в лекциях. Вот это я хотела бы тоже как-то дополнить. Ну вот на этом мой выход заканчивается. Я отключил ваш звук, потому что у меня будет сильно шуметь, включенный микрофон. Спасибо большое, что вышли в эфир. По поводу этого определения любви я тоже заметила, что вся лекция, она как одно большое определение любви. Как одно большое определение любви. Со всех разных аспектов, чем это же к этому подходит. Еще есть такой момент в лекции, что существует негатив, и ничего среднего не дано. Эти два начала борются. То есть мы должны помнить, что компромисс между божественным и негативным. Мы должны понимать, где я сейчас нахожусь, то есть на чем мое внимание. Получается, в любой момент, когда мы погружаемся в материализм, какие-то свои мысли, то наше внимание уходит от божественной, следовательно, мы в негативе. То есть иногда, мне кажется, я нахожусь в иллюзии, что все хорошо у меня, а сама погружена в материализм. Вот. То есть мы тоже вот с Ильей сегодня обсуждали, что это как жалко, что он не сможет выступить. То есть вот существует какая-то проблема, и нам кажется, у нас в жизни, когда мы ее не видим, нам кажется, что все хорошо, но мы все равно находимся в страдании. То есть он говорит, что это то же самое вот насчет позитива и негатива, в страдании мы или в радости. То есть более тонкий уровень страдания, который мы можем не замечать, и все равно находимся в нем, то есть в каком-то тонком страдании от эго или от суперэго. Оно внутри нас есть, вот, и мы не находимся в радости, но мы не чувствуем сильного, как бы, такого падения, не знаю, нам не так уж и плохо. Вот, но мы, если не находимся в радости, значит, мы все равно не в истине находимся. Вот. И по мере роста, наверное, более наше внимание становится тонким, и мы больше чувствуем, у нас как бы открывается такой момент, что я, оказывается, не в истине нахожусь, а я, оказывается, не в радости нахожусь. Вот. Поэтому многим людям, даже когда говоришь о реализации, о радости, они говорят, что у нас все нормально, у меня все хорошо, я в порядке, а ты же понимаешь, что он постоянно переживает или он какой-то грустный. Вот. Вот об этом мы говорили. Вот. И еще Шримад же говорит, что наше внимание. Наше желание уважается, полностью уважается. И мы можем просто сделать выбор в сторону истины,
все ложное отбросить. И тогда вот мы будем расти. И, ну, вот это для меня тоже очень важный момент, я уже об этом вам говорила, но здесь вот Шиматаджи приводит пример психиатра, который сказал, что я хочу любить, но в детстве меня мало любили, у меня было недостаточно любви, и поэтому, ну, как бы есть страх, я открыться миру. И Шиматаджи говорит, что просто начни это, не беспокойся, что люди скажут, поймут или нет. Для любви удовлетворение – это только любовь. И я вот недавно почувствовала сильную обиду, и у меня такой вот, ну, как бы вопрос. Ну, вот если я обиделась на человека, но он, ну, он правда не прав, например. То есть, ну, вот я погрузилась в это чувство, что же мне делать? И я тоже почувствовала это, что надо просто открыть свое сердце для этого человека, вообще просто его открыть, и тогда вся обида проходит, все вот это ложное уходит, и ты просто чувствуешь, что ты любишь без всяких причин. Не нужны причины для того, чтобы любить. И нет никаких препятствий к тому, чтобы любить. Ну, чтобы человек не сделал тебе вот это вот. Тоже очень важно, мне показалось. Давайте еще кто-нибудь выйдет в эфир. Анна Александровна, я отправила еще раз приглашение, может быть, сейчас оно получится. В этой лекции очень много можно цитат приводить. И вот еще, например, Шиматаджи много раз говорит, что мы избранные люди. Я как-то еще не до конца это, ну, осознаю. Я наоборот себе сомневаюсь больше. Вот. Но Шиматаджи это очень четко говорит. И все же, что она говорит, это мантра, то есть это очень важно. И здесь прям есть такой отрывок, что вам кажется, что это обычные люди. Дик, Том и Гарри, но такие обычные люди не могли получить реализацию. И что все эти люди, они, ну, как бы, достойны этого. Они выбраны специальным по своим качествам для того, чтобы осуществить эту работу Бога. Вот. То есть это, наверное, как-то должно нас подстегивать и давать нам, ну, веру в себя и надежду, что если Шиматаджи нам дала это, если мы смогли это получить спонтанно от нее и смогли ее распознать как богиню, то мы можем и вырасти. Нам просто дается как бы свобода в нашем внимании идти куда угодно. Если мы идем не туда, мы страдаем. Вот. То есть нам все дано, есть все благословения, только лишь нужно сделать выбор правильно, распознать все ложное, что нам мешает, и сделать выбор в сторону истины и духа, и не сомневаться в себе, что мы не сможем этого достигнуть, этого получить, и что у нас не получается, что наше внимание опять там материализм падает. Все мы достойны, все мы обладаем этой способностью, тем более Шриматаджи дает нам просто все благословения и постоянно нас поддерживает. Если мы два раза в день медитируем, то мы полностью в ее внимании. Да. Вот Татьяна, может быть, выйдет в эфир, если она, ну, хочет что-то сказать. Вот, и тоже еще один момент мне отложился насчет того, что только любовь к Богу убивает это тело. То есть вот эти все вопросы о болезнях, ну, которые часто нас захватывают, потому что, ну, мы приходим в йогу, а у нас все равно остаются какие-то проблемы, болезни бывают.
И возникает сомнение, почему же я болею, если я медитирую, если... Вот. И Шримати же говорит, когда вы, ну, то есть, что богиня была воплощение любви, и все же она убила Кансу, потому что нужно было это сделать. И мне это кажется, что если у нас есть какая-то болезнь, то это благословение Бога, что он нам показывает какой-то момент, который внутри нас есть и разрушает нас, и мы можем исправиться. И она говорит, что только любовь Бога убивает это тело. Вот. Ну, то есть я много могу говорить по поводу этой лекции, но очень глубокая. Давайте послушаем еще кого-нибудь. Я не знаю, что у вас за устройство и где вам нужно включить микрофон. Ну, у вас сейчас не слышно. А меня слышно? Ау. Спасибо. Я просто хотела, во-первых, всем здравствуйте, добрый вечер. Я Алла Александровна, наверное, у вас надо будет в браузере в вашем, там Google Chrome или какой у вас браузер, там это с микрофоном поработать. Вот у меня так было, просто в разных браузерах по-разному было. Может быть и там он выключается, включается. Но пока еще кто-нибудь думает, я вот о любви. Ну, я вчера, по-моему, мы встречались с кем-то в скайпе, рассказывала, как у нас в 9 классе одна комсомолка на комсомольском собрании, где-то 9 класс, когда начались там всякие отклонения от норм в поведении мальчиков и девочек. И вот такое собрание большое, комсомольское собрание было. И вот одна девочка там... сказала так серьезно, встала, хорошо помню, и говорит, я предлагаю вопрос о любви поставить ребром. Так вот мне вот эта фраза все время вспоминается, про себя я думаю, а теперь у меня только этот вопрос ребром и стоит, других вопросов нет. Но не о той любви, хотя та любовь тоже, наверное, разновидность любви,
конечно же, но о божественной любви этот вопрос действительно, он стоит в нас ребром. Когда я еще мало, ну, как-то знала, но я много говорила о Сахаджи-йоге. Обычно, когда мы мало знаем, много говорим. Потом больше уже становится у нас знаний, и мы скромнее ведем себя, по крайней мере, на программах, там, на публичных или где-то. И вот раньше на публичных программах нередко задавали простые вопросы. А что такое чистое желание? И а что такое любовь? Вот этот вопрос нередко задавали просто на публичной программе, в зале. И после программы подходили. А что это такое любовь? И вот я хорошо помню, что, не зная никаких теорий, я просто говорила, вот как вам сейчас на душе, вот как вам на сердце? Хорошо. Ну вот легко и хорошо, вот это и есть любовь. Наши сердца говорят между собой. Вот это и есть, называется любовь. А, все понятно становилось. Но это в такой ситуации. Ну, меня, честно говоря, на сегодня это интересует больше вопрос. Он нередко среди сахаджи-йогов обсуждается. И вопрос у многих, я знаю, просто стоит перед ними. Что такое меч любви? Любить – это вот, ну, как бы обычные такие ситуации, все, но меч любви, вот я задумывалась, вот, ну, во-первых, меч этот появится только тогда, когда есть сама любовь. Если вместо любви у нас критика, недовольство кем-то, доходящее до агрессии, то, конечно же, это меч уже не любви. Вот это сочетание этих двух слов, меч любви, оно должно присутствовать, как я понимаю, обязательно. А вот в любви мы или не в любви, но определить только благоразумие дает хамса, вот как мне обычно. Но хамсу развить только через дух, то есть опять же через любовь. Вот круг замыкается, дух, любовь, любовь, дух, Бог, вот в этих вот словах. И меч любви, вот я просто со своего опыта, вот в сахаджи-йоге, можно сказать, уже многолетнего, я нередко, оказывается, использую меч любви и получаю за это по полной программе. По крайней мере, многие бывают недовольны чем-то, ну, в общем, эго проявляется в ответ. Когда искренне говоришь о каких-то причинах, каких-то проблем, задач, особенно коллективных. Но это бывает поначалу, в начале. И вот я очень расстраивалась, когда вначале это случалось, и искала ответ на этот вопрос. Как же быть? Я же искренне хочу, ну, вот, сказать, выяснить и проявить истину, а меня не принимают. Но вот это неприятие, оно проходит. Рано или поздно, когда человек, который был против моих слов, допустим, его они как-то задели, его эго, если он приходит к истине, по крайней мере, к чистому желанию стать духом, то это все проходит и начинается как раз та самая любовь с другой стороны, то есть взаимопонимание. И поэтому я вот просто, я говорю, повторяю со своего опыта, хочу сказать, что не надо бояться этот меч работать им. И вот когда перед тобой человек, который вот, допустим, болен, да, вот тогда он способен выслушать тебя прямо на 100%. И тут-то уж по полной программе используешь этот меч любви, подсказывая, что и как в нем, ну, как ты видишь его состояние, и что ему нужно делать, чтобы выйти из него. Но чаще всего это, конечно, прийти к духу. И в связи с этим, и все, и вне духа это все и плохо человеку бывает. И вот когда плохо человек, он воспринимает это стопроцентно и очень хорошо помогает ему, когда вот именно болит у него что-то. Но даже если тебя не принимает этот меч, то есть не в этот момент, когда ты им пользуешься и говоришь нелицеприятное что-то, то
надежда на то, что тебя услышат, должна быть, можно сказать, стопроцентной. И только очень редко кто тебя не слышит там, никогда в обозримом будущем. Но обычно эти ситуации печально заканчиваются. Вот. Ну, для того, кто не слышит. И поэтому вот любви к одной сестричке, это кто? Алла Сафронова. Очень жалко, что микрофон не слышим у тебя, Аллочка. Потому что вначале мы начинаем говорить, но не умеем говорить. И кажется нам, ну вот к этому я хотела еще сказать, что вот сейчас у нас сколько вот человек здесь, народу, сахаджи-йогов, и не все, наверное, согласны с тем, что надо говорить об этом и так далее. Это на сегодня вы так думаете, говорить обязательно надо. Мне как-то давно уже сказали, да ой, да вы Достоевщиной какой-то занимаетесь. Так мы гордиться должны тем, что мы занимаемся Достоевщиной. Достоевскому поклоняется весь мир. И этим занимается сахаджа-йога. И говорить обязательно надо. Потому что когда начинаешь сам в себе разбираться, вот это самое интересное. Не то, что ты разбираешься в том, что чего-то нахватался отовсюду, извне, а что в тебе открылось. И какие тебе открытия происходят, или чего не хватает, чтобы они произошли и так далее. Поэтому говорить вот сейчас уже во скольких городах, вот мы начали проводить уже давно, ну так, давно программы, когда мы сначала все говорим между собой. Потому что когда мы говорим, у нас, ну как говорится по-русски, выговоримся, то есть выясним все свои вопросы, получим какие-то ответы. И у нас напряжение спадает, и медитировать после этого намного легче. Вот я об этом сказала, но хотела сказать именно об особенностях моего понимания и представления и осознания меча любви. Джей Шри Матадж, большое вам спасибо за любовь. Джей Шри Матадж. Про меч любви я тоже, вот Галина Анатольевна сказала, и я тоже вспомнила, что правда, чтобы рубить мечом любви, сначала нужно свое сердце открыть, потому что иногда хочется сказать кому-то, если ты не открыл сердце, а говоришь это, ну, из негодование или что-то такое с реакцией, то это будет очень противоположно, конечно, воспринят этим человеком, его эго еще сильнее будет сопротивляться, потому что он будет видеть твое эго. И, ну, то есть это уже не меч любви. А вот когда ты сердце открыл, вот я часто замечаю, что ты начинаешь говорить что-то человеку, вот с открытым сердцем ты говоришь ему, ну, истину, ты видишь как бы его состояние, и он сначала тебя не слушает и не понимает. То есть его состояние такое закрытое, где-то само закрыто, и ты как бы говоришь в пустоту, он тебя вообще не слышит. А потом, сейчас я договорю, я вас подключу. А потом либо в ходе разговора его сердце открывается, потому что ты же честно, ну ты напрямую так ему говоришь, либо это происходит потом. То есть, ну, ты сказал и как бы забыл. А человек потом, он может проинтроспектировать, он подумает, может быть, я и правда в чем-то не так что-то делаю. И, может быть, сам потом тебя спросит, а что я там не так делаю. И я вот даже много раз замечала, что те же слова ты будешь говорить человеку. Не слышно? Те же слова будешь говорить человеку с открытым сердцем, и он тебя услышит сразу. А если ты те же слова, какие-то прямые вот эти вот, будешь говорить человеку в данный момент с эго, при как бы сказать, стоящем выше сердца, вот,
то сразу он не подействует. Но вот как Шримати же здесь говорит, что даже если есть люди, которые готовы воспринимать посетцы хаджи-йоги, они хотят измениться и готовы воспринимать все, что ты им говоришь, ну, потому что хотят расти. А есть люди, которые не слышат и не понимают, и тогда вы должны взять свою, всю свою любовь и излить на них. Я вот... Да, и негативность приходит в замешательство, и она, ну, даже самый сложный человек может потом вернуться как бы на путь истины. Если мы просто вот откроем сердце и даже вот каким-то добрым своим чистым вниманием его, о нем подумаем. То есть это уже идет такая сила от нас, потому что мы открыты. А если, например, человек, то есть мы должны знать истину и с этим взглядом непривязанным, предвзятым, сознанием истины посмотреть на этого человека. А, вот. То есть я, ну и вот Галина Антоновна, ты говорила, что мы должны верить, что это сработает. Ну, потому что если мы не верим, значит, у нас уже сердце закрылось, мы уже засомневались, что, ну, что-то не сработает. Вот. А божественность как раз через эту нашу веру, через нашу любовь, открытость, она сможет с этим человеком работать. Через наше желание быть вот этим каналом любви, а не, например, в этот момент, когда ты видишь, что человек не так, мы сразу, ну, можем так поступить, то есть взять и закрыться в себе, то есть подумать, покритиковать, подумать, что вот это не так, то не так в этом человеке, и так, ой-ой-ой, ну, типа, не хочу даже о нем думать. Вот. Это не работает, это только закрывает нас свою собственную скорлупу, и на другого человека точно не идет любовь через нас. Теперь хотела подключиться Татьяна. Приглашаю вас в эфир. Пока Татьяна пробует подключиться, я еще одну фразу нашла в лекциях. О том, что работа вся выполняется. То есть, когда мы чего-то хотим, ну вот видим, непредвзято, вот эта ситуация описана, не реагирует подключение. У вас появляется такое вот окошко, ну, где включается ваша камера, и вы можете там себя видеть. Выйти в эфир. Попробуйте нажать, если у вас есть такая кнопка, выйти в эфир. Я немножко забыла, как это должно выглядеть. Нажимаю, да? А когда вы нажимали «Выйти в эфир», у вас окно «Помощь».
Ира, ты попробуй сделать ведущим или администратором, тогда полегче будет. Я сделала вас администратором. Тогда надо выйти в эфир и так далее. Теперь у вас должно быть вверху экрана появиться «Выйти в эфир», если вы наведете наверх экрана мышкой. А вот еще то, что я хотела договорю, что все, что мы захотим, то есть на чем мы держим внимание, оно исполняется. И работа вся будет сделана. Но Шримати же говорит, что мы находимся на переднем плане, и мы должны понимать это, то есть верить в то, что мы находимся в безопасности, что за нас все должно быть сделано. А если мы сомневаемся, что какая-то проблема решится, которая у нас стоит в жизни, например, ну, какой-то переходный период жизни, и мы переживаем, как бы нам, ну, как все хорошо бы у нас сложилось. Вот если мы верим, что мы находимся в безопасности, вот Шримати же говорит, что насколько вы стоите на своей, на своем понимании жизни, насколько вы осознаете это, ну, что божественность делает все, мы только лишь ну, актеры в этой жизни, и причем она все для нас делает для нашего духовного роста. И те, кто осознают это, у тех все получается, за тех божественность все делает, и при этом часто эти люди осознают, потому что у них был опыт борьбы с другими людьми. То есть вот когда мы доверяем божественности, ну, какую-то решение какой-то проблемы, и она решается, мы это видим, у нас появляется больше этого веры в то, что все решается. Татьяна, может быть, у вас с камерой какие-то проблемы или с микрофоном? Ну, раз не получается подключиться. Может быть. Еще для всех, если у вас, ну, например, браузер Chrome, как у меня в строке, где написано HTTPS, Events, Webinar, то есть строка, как это называется, строка адреса, там есть такой значок камеры у меня серый, и там нужно включить, разрешить доступ микрофону и камере к этому сайту. Иногда он может у вас просто не стоять на умолчании, что доступ к камере разрешен. Попробуйте это сделать, может быть, в этом причина.
Ну, если у нас больше нет желающих выйти в эфир, пообщаться. Ну, или у кого-то, кто хочет, пока не получается. Вы можете мне написать, у кого не получается. Мы попробуем с вами пробный сделать вебинар и там настроить вашу камеру. Или есть инструкция, как выйти в эфир. Это вообще отлично. Все прислушаемся. Специалист техподдержки, вот пишет, Яна, для каждого из нас, наверное. Вот Алла и Татьяна, проверьте все по пунктам, как вы делаете. Ну, давайте тогда на сегодня мы пока закончим. В следующий раз обязательно все, кто сегодня не успел, смогут выйти в эфир. У нас будет сначала, на следующей неделе у нас будет просмотр следующих лекций, а тогда через неделю будет обсуждение. И я напишу вам, какую мы лекцию будем обсуждать, так как мы не успеваем делать одновременно, ну, то есть обсуждать все лекции, которые мы смотрим. Спасибо вам большое всем. Чувствуется, что наше, ну, как бы, общение становится более уже открытым. Вот. Очень хотелось бы видеть еще кого-то в эфире. Ну, и тогда сейчас мы еще можем немного помедитировать, а потом послушаем баджан и закончим нашу программу. Давайте соберем все внимание внутри себя. Почувствуем, что мы не являемся этими мыслями, мы не это тело. Не эти желания, эмоции. Единственное наше чистое желание – это познать свой дух. Погрузимся в эту тишину внутри себя. И войдем в состояние медитации. Джей Шри Махарадж.